Ты заебал, ты вонючая сука, потому что ты не пользуешься дезодорантом. Он считает, что это химия, блядь, ребят, представляете? Фу. А потом воняет утром. А я не воняю, потому что я пользуюсь, у меня с ванилью. Ты на себя литр выливаешь, блядь, анал брызгаешь себе, писюн брызгаешь себе, рот брызгаешь. Блядь. Котик, ты кто? Я пою, я Сюзанна. Ты Сюзанна? А ты мой Мальбек. Ребята, он Сюзанна, он скрывал это от вас. Это Сюзанна, он переодевает Сюзанну постоянно и поет. Я не похожу на себя. Ой, милый, посмотри, какая у меня штучка прикольная. Вот игрушку нашел, а? Не наводи на себя, я сказал ее. Вот, да не наводи на меня ее. Короче, очень пиф-паф, вот. Снимаем тут писечки клип. Вот так вот. Теперь пострадай еще немножко. Ему не привыкать страдать со мной. Пусть страдает. Да. Не так эротично, больше, знаешь, нежно, как будто он ребенок. Да, да, да. Шок. Ведь дело съемный квадрат, чтобы снять с ним секс-тейп. Нет половинки, есть треть. Нет половинки, есть треть. Я снял дух, и я рад, что снял жизнь и смерть. Бью себя в свой день. Эй, ребят, я так по-моему соскучился. Я уже тут, блин, весь проболелся. У меня уже совсем чуть-чуть осталось болеть. Третий этап. И котик болеет. Но мы ему снимаем клипы, снимаем новые видео. Скоро все выйдет, не теряйте. Очень всех люблю и... Смотрите, какой у меня браслет офигенный. А это мой собственный мерч. Тебе нравится? Ой, подожди. Тебе нравится? Вот, ему нравится. Мы опять есть пришли. Foo Fighters. Сам ты втягиваешь щеки, я не втягиваю. Ребят, я ничего не... У меня кривой фак, но щеки я не втягиваю. Чего ты орешь, блядь, Женя? Чего ты орешь? А я это снимаю. Блядина, дай мне эту блядскую руку свою. Он стесняется, он говорит, мы в троллейбусе. Фу. Ребята, а мы ебем с ним. Дебил, блядь. Иди нахуй, я не с тобой вообще иду. Он говорит, я не с тобой иду. Конечно, мы с ним, вот именно с ним. Ага. Вот так вот скатываются люди. Ёб твою мать, опять скатился. Пизда. Снимаю. How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. I've been waiting for why, hit it, for why, hit it, for why. Вообще нормально то, что Владик выходит в трусах на улицу, и теперь мы будем идти по улице в трусиках, в таких вот семейненьких. Ну что ж, пора сделать обзор на жопу, она такая вкусная, сладкая, прикольная. У, а там член еще, да, класс. Да как ты, да, под это, под отрочим тебе. Дай мне свои яйца и член. О, кстати, камера работает, охренеть.
Неужели у нас заработала слышка? Человек, как вот вам так идется в семейках? Давайте посмотрим, что у вас там такое. Ой, там пенис, да? Попка. Ребят, смотрите, а он идет в трусах. Класс, да? Офигенно. Куда побежал? Дочь человека, он в семейках, представляете? В семейках идет. Посмотрите. Посмотрите, чуваки, он идет в семейках. Прикольненько, да? Классно, удобно. Вот сразу можно посмотреть, что там, как там расположено, каких размерах. Очень гениально, да? Класс. В семейках, как вы понимаете, мы находимся в пятерочке. Это прямое включение из пятерочки. Мы выбираем кукурузу и семейки. Новые семейки. Удобно, можно переодеться прямо в пятерочке. Там есть одежда для тебя, чувак. Я видел там такие семейки тоже. Но они, правда, не Кельвин Кляйн, но все. Вот он и выбирает одежду себе. Посмотрите, посмотрите, что это маечка, да? Ну, у тебя маечка, ты же на трусики. Выбираешь уже, да? Приодеваешься тут в пятерочке. Класс, удобно. Сразу можно, потому что не ходя в раздевалку переодеваться. Ты же, блядь, в трусах ходишь по улице, да? А вы представляете, я нахожусь в пятерочке, тут по 39 рублей альпингольд, сейчас все скуплю. Посмотрите, 39. Все, сейчас куплю. Можно я весь куплю альпингольд? Спасибо. А вы вообще в трусах, молодой человек, как вы тут стоите в трусиках? Классно, трусики, хочу. Выбрал тут шоколадки. А он стоит в трусиках, нам удобно. Говорит, очень освежает. Фреш, как бы лето еще на дворе. Видите, здесь шоколадки, ему новые трусы, а то он пришел в семейках, как бы, ну, это странно, да? Вот я тоже так считаю, молодой человек. В трусах! Он идет в семейках, представляете? Вас не волнует, в смысле? Они хотят болтать, ну ладно, болтайте. Он идет в трусах. Привет! А ты кто? Да, это подписчица, наверное. Да. Привет. Какая собака, вау. Так неожиданно. Вау, классно. Я просто шел на него. Эй, ребят, привет, это Вероника. Ей всего лишь 14 лет, у нее уже 2 татуировки. Она имеет канал на 500 000 подписчиков. И я очень рекомендую ее профиль, потому что у нее очень интересные посты. Она рассказывает на темы, которые никто не рассказывает. И в том числе, как ее родители относятся к ее татушкам. Подписывайтесь. Давай, что ты там хотел? Что пизды тебе дам, блядь? За что? Ты жвачки бросаешь в окно, блядь. Голуби потом едят, и потом делают... Блядь, ты в курсе, что голуби это крысы? Они не должны быть в городе. Фу, ненавижу голубей. Офигенный, самый яркий, необычный, динамичный, очень крутой, долгожданный влогей номер 3 выйдет сегодня на моем YouTube-канале. Да, вы все его ждали. Боже, он такой крутой, и он мне так нравится сегодня на канале. Блин. Монтаж, 15 минут, влогей номер 3. Да, это полный жир, потому что динамично, ярко, красиво, необычно, очень вкусно, и все очень-очень-очень ждали его. Ребят, влогей номер 3 загружается, но что-то ютубчик его очень долго обрабатывает. Подождите, пожалуйста, еще 30%, вот в течение получаса оно будет на канале, я думаю, к 5 часам по московскому времени. Вот, влогей номер 3, ура! Как выглядят отношения после первого месяца? Ты на меня точно не будешь ссать. У меня парень долбоёб, он орёт. Я не знал, что ты такой дикий. Потому что меня достал. Что, уходишь от меня? Я тебя отбросил, сука. Ай! Это нормально? Мне очень больно. Кто тебя спал? Я поломал палец. Ребята, всё, я пишу заявление в полицию. У тебя тоже воняет. Заебал, блядь, постоянно голым ходит. А у него встала писька. Я не могу это оставлять в свои влоги. Просто шок. Что с тобой? Ребята, наконец-то вышел третий влог. Ей, боже, я ждал его всю жизнь. 3 месяца или 2. И он вышел, да. Прямо сейчас свайпайте эту историю. И смотрите, он просто нереальный. Вот, даже Владик смотрит его и офигевает. И он поцеловал, говорит, ты самый лучший. Я в очень шоке. Важный. Как тебе новое видео, Владик? Я в шоке. Просто пипец, скажи, получился какой насыщенный. 15 минут самого интересного материала, я ребятки. В шоке. Вот прямо сейчас свайпайте, смотрите, тоже будете в шоке. Ой, ребят, мы пришли на мероприятие с Владиком, Катрис Косметик. Вот впервые вообще об этом узнали, о мероприятии и о косметике. И пришли, как говорится, пообщаться, выпить. Вот это теперь будем знать. Да, теперь в курсе. Нет гриля, что же мы будем делать с этими огромными нереальными котлетами?
конфетами. Мы просто не будем ебать мне мозг, и я приготовлю сам, зайчик мой любимый. На гриле? На хуиле. Ну как это на хуиле? Раздену, достану твой хуиль и буду на нем готовить котлеты. Пришли на вечеринку Мэйбелин, где что-то делаю?